Что здесь сегодня происходит? Мы смотрим, здесь огромная масса людей, огромное, значит, количество участников приехало сегодня в Покровский район у населенного пункта Марочково. Что здесь происходит? Расскажите. Здесь происходит традиционное соревнование под названием «Хозяин леса». Это трофей ориентирования, который мы проводим в этом районе второй год. Машины разные, абсолютно разная подготовка. Какие классы сегодня участвуют? Сегодня участвуют классы, начиная от полироли, заканчивая экстримом. Итого? 4 класса. 4 класса. А чтобы заявиться, ну, чтобы участвовать, где можно, ну, как бы заявиться, где можно отслеживать информацию по, значит, данному мероприятию? Информацию эту о мероприятии можно узнать на наших ресурсах. Это сайт леша4вд.ру. Вот, и наши группы ВКонтакте две. Это сборы 4x4 и леша4вд.ру, соответственно. Когда планируется следующее мероприятие и вообще где оно будет, в этом районе или где-то в другом? Следующее мероприятие планируется у нас в июне. Вот, это на День молодежи мы планируем сделать трофи-спринт. Но это уже будет Московская область, недалеко от города Фрязино. Поселок? Литвиново. Литвиново. Понятно. То есть там тоже будет несколько категорий, где, соответственно, вот все эти трофейные автомобили могут поучаствовать. Да, и соответственно, эти трофейные автомобили там себя покажут с лучшей стороны. То есть будет зрители, все там, как бы, соответственно. Да, 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 там будет все красиво, все. Как всегда, как всегда. Конечно, ну, молодцы, стараемся. Удачи вам, да. Удачи вам, ребят, молодцы. Очень красиво, культурно, значит, все трезвые абсолютно, никакого порядок. Отлично. Так это будет. И считай, надо...